Это уже 27-я часть с Димой, так что подпишите. Все, сейчас, значит, приступим. Пока каникулы, можем играть сколько захотим. Блин, а он жестко. А чё ты ГГ, блин, прислал мне? Я же не присылаю ГГ. Странно, какой-то... Если бы ещё Холланд перехватил бы его, да... Один на один выбежал. Не делай так больше никогда. Бущан. Бущан такие... Такие мячи, как семочки. Клац-клац. Клац-клац. Хьёп! Не делайте такой пожар, блин. Вы меня не пугайте меня так. Ай, последний защитник. Да, повезло ему, то что последний защитник остался страховать. А мы выбьем мяч. Офсайд же был. Фух. Мяч чудом в ворота не залетел. А сейчас он может залететь. А, не залетел. Ай, не вышло. Это брать мяч. Блин, даже не получилось заработать угловой. Ладно. Играем дальше. А, офсайд же был. Ёб твою мать, в штангу. Откуда он шарахнул? Шарахнул, блин. С метров, с угла, блин, шарахнул. Если бы забил бы, был бы красивый гол. И если бы забил бы, я бы разозлился бы. А, вот. Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. Можем засчитывать теперь. Защита. Блять, валить нужно против него, просто косить. Косить нужно. Я уже как Плей Джексон стал эмоционный. Холланд, чё ты развернулся? Всё ж правильно ж до этого делал. Ладно, это уже в прошлом сейчас. Ай. Ламина передачу не успела дать и... Молодец, красава. Ай. А эта передача куда ты отдал? Блин, а в этот раз не повезло. О, какой сальто, блин. Ёб твою мать. Ё-моё. Ну и там я ничего не мог сделать, к сожалению. Ничего. Игра продолжается, жизнь на этом не заканчивается. Да, пропустил, но жизнь на этом не заканчивается, блин. Да чё ты, блин, судья ты. Кто тебя подкупил? Пока никто не обпекает, можно было отдать точную передачу. А если отсюда, блин, шарахнуть? Шарах, блин. Шарахнуть-то шарахнуло. А ну-ка. Мимо. Два опасных момента. Главное еще не пропустить. Потому что это будет полная фиаско. Это фиаско, братан. Мне скажут. Ой, и все. Пизда. Блин, элегантно.
элегантно все сделал. Элегантно он все сделал. Блин. Я во втором матче отомщу тебе. Ну или сейчас могу. Еще есть время. Да ё-моё! Блин, а тоже элегантно навешивал, но в этот раз. Блин, Пятов! Блин! Я был близок, чтобы забить, блин, этот второй... Тишина. Тишина. Нет. Сейчас она... Да, блядь, судья ты. Чё ты свистишь? Атаку дал бы до конца довести. Ну ты продажный, блядь, судья. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Это был крутой матч, и очень обидно, что я его проиграл в итоге.